товарищи, пообсуждаем сегодня то, что обсуждает весь мир. События. Тема, набившая оскомину. Набившая оскомину. Вызвавшая. Еще не успевшая. Но резонанс невероятную радость. У кого как? Ну, большинства вот там в сети прямо ликование. Ну, это если говорить русскую часть, там, ну, Рунет, да, да, то есть у наших товарищей, соседей совершенно противоположное. То есть большинство украинского политикума топило. Не-не, они затирают эти самые свои фейсбучные посты. Ладно, в общем, обсудим тогда Трампа и обсудим, вот Алексей приедет, да, тему по международное признание ДНР. И я думаю, этого будет достаточно. Все, поехали. Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами «Патриотическая позиция», и у нас в гостях Евгений Орлов, Мирослав Руденко и Павел Губарев. Все мы в гостях. Я тоже об этом подумал. В гостях, ну да, в этой замечательной библиотеке. Мы дома, это замечательная библиотека. Есть же такой вариант, что все мы на земле гости. Гости, да, да, все мы отсюда. И тема, которую мы обсудим первая, это выборы в США. Хотя мне кажется, вот эта тема, она уже всем набила оскомину. Ну здесь сама победа. Ее обсуждают, она занимает 90%, наверное, в лентах соцсетей. И там и адмирал Кузнецов задымил белым дымом, вот, и там картинки, там Путин подписывает указ о назначении там североамериканскому федеральному округу. Ну, то есть до абсурда довели уже ситуацию. Я бы хотел обсудить это в, скажем, таком в конструктивном и фундаментальном смысле. То есть, а так ли это хорошо? Да, Трамп президент США, так ли это хорошо, так ли это фундаментально, грозит ли это какими-то переменами миру. Понятно, что риторика была определенная, позитивная для нас. Эта риторика, она нас вдохновляла, все переживали, все болели за Трампа, хотя никто не верил, да, что он победит, ну, по большому счету. Давай, Жень, ты первый высказывайся, и потом подискутируем на эту тему. Вот не зря мы начали с того, что соцсети, не зря мы говорили о том, что СМИ, то есть чем характерен Трамп, это человек, который сделал сам себя. Соответственно, совершенно справедливо говорили о том, что он человек не системы, и даже в некотором смысле антисистемы. Вот для меня... Я бы не сказал, а почему? Ну, аргументируй. Аргументация очень простая. Первое, Трамп... Мультимиллиардер. Трамп бизнесмен, как он и может он может быть антисистемный. Антисистемный взятки не давал. Нет, 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 нет. Это система, вот это вот навязанное. Не взаимодействовал с властью. Дайте доскажу. Он что, не любит свою страну? Дайте доскажу. Хорошо. Вот. Антисистема в каком смысле? То есть Трамп не проходил традиционные ранги. Ну, как политик, как человек, политик, как администратор. Да. Трамп вообще не политик, условно говоря. Да. То есть традиционно в США президентами становятся, ну, как минимум, будучи хотя бы сенатором. Почему? Рональд Рейган. Рональд Рейган, ты специально приводишь пример как раз несистемного человека, который... Подождите, и тогда Россия, и тогда, нет, ну, не сразу, тогда в Советском Союзе говорили, Рональд Рейган, актер, простой человек, как он хорошо понимает рабочего, проблемы и нужды рабочего человека. А потом он пришел к власти и давай закручивать. Товарищ, дайте доскажу мысль, потому что клоню не гайки. Сбиваю, прости. Да. Да, то есть он не прошел те традиционные ранги, которые обычно проходят президенты. Это раз. Во-вторых, он действительно выбивался в медиаповестке совершенно эксцентричными заявлениями, которые не входили в политкорректность. Но самое главное, и вот, наверное, на этом сделаю акцент, он победил вопреки медиа. Если мы вспомним Brexit, там также медиа качали и неимоверную информацию выдавали
против Брекзита. Я что хочу сказать? Вот, наверное, мы можем говорить о том, что миф о том, что с помощью пропаганды, с помощью контроля за СМИ, с помощью всевозможных мессенджеров, медиа-акций, ну, в общем, всего вот этого виртуального пространства, что этим способом можно управлять, наверное, вот Брексит и Трамп показал, что это совершенно неправда. Он показал о том, что все, кто рассчитывает, что с помощью какой-то медиакартинки, дутых и бессмысленных акций, с помощью просто контроля за СМИ можно контролировать общество, нет. А в обществе всегда есть та здравая часть, которая рано или поздно, предел ее терпению приходит. И в этом смысле хорошо, что Америка институциональная демократия, и там этот взрыв произошел просто через смену путем выборов, но для тех стран, которые не имеют такой истории демократического развития, для тех стран, у которых институциональное гражданское общество не выстроено, опора на просто самые главные федеральные СМИ, либо опора на то, что вот давайте сейчас покажем какую-то картинку, и люди подумают, что это действительно есть, это не работает. И в таких обществах... Мы это видели, в частности, по российским СМИ. Да? Каждая картинка вызывала живой отклик. Многие очень критически высказывались. Многие люди, которые занимают довольно-таки высокие позиции, они, вот, я думаю, искренне считают, что с помощью контроля за СМИ можно контролировать общество. Ну, отчасти это правда. Трамп показал нет. Давайте вот, допустим, если уже Евгений высказал все, еще обсудим, скажем так, эту тему, феномен Трампа, да. Вот, честно говоря, я тут начинаю немножко дрейфовать в сторону теории заговора, потому что, вспомним, скажем так, концепцию Зиновьева, западнистские общества, вспомним, как власть там, какая она. Какая там власть, она что не, есть не власть. Да, что она есть власть? Есть институты, есть разные институты, которые направляют, и они не публичны, они, скажем так, то, что мы видим, это всегда часть политического спектакля, по понятию Зиновьева, да, и перед нами, кажется, вот за эти, последние полгода прошел замечательный, очень эффективный политический спектакль, и его финал был непредсказуем, кажется, для зрителя он был непредсказуем, а для режиссера. Вот мне кажется, что все-таки режиссер, дать-то тоже не досказать эти все вещи, режиссер, который стоял за кулисами, и когда показали недомогание Клинтон, показали ее, вот эти все вылились проблемы с почтой вовремя. То есть, и в принципе, мне кажется... Раз в аккурат за две недели до выборов, когда две недели до выборов, это вот... Все, кто не принял решение, вот в эти две недели принимают решение. И это четверть избирателей. Ее связали с исламскими фундаменталистами Саудовской Аравии. И кроме того, вот эта навязчивая работа СМИ, она сыграла обратную роль. Она вызвала отторжение. То есть, действительно, мне кажется, реакцию, среднего класса можно было просчитать, что вот эта навязчивая работа вызовет отторжение в итоге. И так и получилось. То есть, то связь ее с финансовыми, крупными финансовыми промышленными группами, с банкирами, то, что они финансировали эту кампанию, что она потратила в два раза больше, что была фаворитом. Я сомневаюсь, что Трамп не связан с крупными банкирами. Я очень сомневаюсь. Вот просто смотрите, мы видели отличный риторика у него. Риторика у него. Такая, знаешь, я американец. Вот американский националист перед нами такой колоритный, классический, суперуспешный, да. Вот я уверен, что 90% американских мужчин, они вот это для них тут сыграли на традиционном американском обществе, не на вот этих реактивистах. Он воплотил не на американскую мечту. Да, американская. Вот, давайте вернем старую добрую Америку. Это человек, который действительно воплотил американскую мечту. В очередной раз видели воплощение. То есть, казалось бы, он не фаворит. Казалось бы, навесили там такой негодяй, СМИ работает против него, все эти рейтинги. И тут вдруг он побеждает. Большинство из нас тоже не давали ему, не верили в эту победу. Мне кажется, это, был такой договорняк, кулуарный,
и это результат просчитывался, и даже вот это давление СМИ и ее игра, игра СМИ на стороне Клинтон, она и вела к этому результату, вела к отторжению. И, кстати, в последний раз, может быть, в последний раз, потому что в целом глобальное общество идет к стиранию традиционных норм, и США в первую очередь, да, но, возможно, в последний раз они сделали ставку именно на такую реакцию традиционного общества и дали им своего кандидата вот сейчас. А то, что дальше он будет делать, это уже никак не будет зависеть ни от его предвыборной риторики, ни от ожиданий, ну, да, здесь наших уже, или там внутри. Здесь уже, скорее всего, он, если он настоящий, да, если не так, как ты считаешь, да, его привели к власти, как будто бы все равно, да, или он, или не он, или она, то он либо вступит в противоречие с элитами, США это корпоратократия, то есть там правят транснациональные корпорации, крупный бизнес, и, значит, уже надстроена на эту всю базу политическая, скажем так, часть. Надстройка, да, политическая. Он либо должен вступить в борьбу с этой элитой, потому что она рефлексирует откровенно, да, если говорить о России, она рефлексирует, что Россия это международный преступник сейчас, что Россия, она ведет себя вот очень плохо, но она нарушает нормы международного права. Он уже солидаризировался по Алеппо с этим общим мнением западным. Да, он уже очень критически высказывался. Да, и по Украине он говорит, я за Украину. Я за Украину. Он, и Россия, у него были высказывания. То есть там неоднозначно. Я думаю, что наше восприятие вот у нашего большинства людей, оно немножко искажено той картинкой, которую показывали наши СМИ, российские СМИ. А они выхватывали из контекста какую-то фразу Трампа там, о Путине или о России, о том... И ее просто доводили до ажиотажа, до абсурда даже, можно сказать. И как будто это там чуть ли не вот действительно Путин там сыграл на нем. Да? И есть там фразы некоторых политиков, да, что там Путин действительно там поддерживал как-то. Вот. Поэтому если он вступит, если мы увидим, да, что началось внутри противостояние, да, то есть он начал ломать систему. Несистемный политик, что он должен делать сейчас? Он должен ломать систему. Ну или не ломать, а гнуть. Вплоть до судьбы Кеннеди. Ломать там сложно, да. Эта система, она, в общем-то, 30 лет выстраивается, и она идет в одном направлении. Ломать ее сложно, он будет гнуть. И будут какие-то посылы, да, что он отгнет. Он где-то вступает, где-то кадры будет менять, где-то... в общем, рефлексировать иначе, да, чем мы ожидаем. Это все будет видно. Вот. Но мне кажется, что действительно мы все читали Александра Александровича Зиновьева, да, его книга «Запад», где он рассуждает о западнизме, об устройстве западного общества. И, в общем-то, президент США, он не определяет вектор политики Соединенных Штатов Америки. Ни внешний, ни внутренний. Ни внешний, ни внутренний, да. То есть он лишь, да, он лишь, скажем, ну, лицо, которое доводит до всех консенсус, внутренний консенсус по тому или иному вопросу. И последние уж, наверное, 30, ну, не 30, да, 25 лет последние, эта страна, единственная сверхдержава на планете Земля, она вела очень экспансионистскую политику. Она вела политику подавления недружественных режимов, политику войны, свернуть. И, в общем-то, и эта политика, она обеспечивала то, что государственный долг, вот тот большой, огромный, да, 19 миллиардов или сколько? Триллионов. Триллионов. Он, в общем-то, роли не играл. Ну, когда ты самый главный, когда у тебя самая большая армия, когда ты самый крутой, ну, какая разница, сколько кому ты должен? Ну, это где-то цифры в компьютере, которые на реальную да, политику да. Нет, они как опосредованно бы, очень да, влияют. Они опосредованно влияют, но, в общем-то, система стабильна, пока вот эта гегемония сохраняется. И тут приходит Трамп и говорит, мы отказываемся от имперской политики, теперь мы... мы сделаем мы тоже великой нашу страну, но он не сказал как.
Ну, он не сказал, есть, есть какие-то моменты. Ну, нет, ну, он говорит, да, мы проведем там новую индустриализацию, чтобы он не уезжал в Азию, там, налоги чуть-чуть, да, чтобы деньги не утекали, перестанем там международные авантюры. Это совершенно другая парадигма развития, совершенно, кардинально. То есть нужно развернуться на 180 градусов. Риск, что схлопнется вся система, построенная Штатами просто от этого. И я уверен, я даже, ну... Я на 100% уверен, что ему это не удастся, по крайней мере, так легко, как все думают. Да, у нас там все, ну, в социальных сетях там чуть ли не все теперь победа полная, да. Теперь вот мы теперь задружим с Америкой, у нас вообще не будет никаких проблем. Да? Нефть подорожает сразу или что произойдет? Понимаете? Поэтому у меня скепсис большой, вот как и у Мирослава, но у меня он вызван несколько другими. Да, я не думаю, что там это... Хотя режиссер всегда может снять два окончания сюжета. Да, как ну, мы... предсказуема была реакция, негатив. Версия официальная, режиссерская версия часто в фильмах, да, мы видим. Поэтому это вполне может быть. Там... Люди недовольны были этой медиакратией уже давно. Конечно, а Клинтон отождествляла собой эту медиакратию, то, что можно чекать. Ну и это, можно сказать, эпоха интернета. Эпоха интернета. Товарищ, вот здесь я хотел бы сказать одну маленькую ремарку. Да, маленькую ремарку. Вот по поводу фразы про режиссера и так далее. Я начну чуть-чуть не с этого. Помните, был такой мистик Эммануэль Сведенбург? Да, Сведенбург. Ну, я не знаю, кто-то его читал или не читал? Нет, не читал. Ну, вот в чем интерес книги «Тайны небесные», кстати. Да, вот он говорил, я был на небе, и мне сказали там то-то. Я возвернулся и вот как бы говорю вам о том, что вот так вот. Вот сложно опровергнуть аргумент, в котором сказано, ну, там есть режиссер, и он все сделал, ну, и как бы, ну, это как Эммануэль... Не, ну, он же, Мирослав, оговорился, это как Эммануэль о Зиновьеве, да, я как бы говорил, второе, о Зиновьеве, о запанистах, не надо сейчас мне, пожалуйста, с Сведенбургом отождествлять, поэтому, второе, мы все-таки возвращаемся к объективной картине мира, то есть нужно понимать о том, что СМИ топили. Вот просто все и Чернобыль. Да. А и всегда они... ли мы воспринимаем, когда СМИ топят, что мы солидаризируемся? А давай какие-то на другие страны посмотрим и увидим, а как там ситуация развивается. Разве там медиакратия не побеждает? Так подожди, тут просто медиакратия — это инструмент. Да. Это один из инструментов. Так вот, когда... Отторжение от навязчивой Клинтон, оно было предсказуемо. Тем более... Вот эти хромая проблема... утка Клинтон, это ее болезни, которые выделили, показали, все показали. Проблема... Это же тоже медиакратия, ее роль в проблема этом. Проблема практически всех могли стран. Бы, это могли сделать сторонники Трампа вполне. Но он сильно это не качал, эту тему. Вот как раз СМИ и показали. Это не значит, что это он качал. Ну, его друзья, скажем так. Вовремя выбросили. Поэтому ну, те режиссеры, которые заработали. Да, факт о том, что медиа топили и они не справились, это сигнал и по Брекзиту, и по Трампу о том, что медиа не могут быть защитниками. А по поводу того, что все устали от медиакратии, но нужны факты других стран, когда бы уставшийся от медиакратии народ, который видит, что ситуация... Ладно, совершенно... хорошо. И дайте доскажу третье. То есть по поводу того, что СМИ, там, предположим, какой-то страны очень рады, так это опять пример медиакратии, которая ничего не имеет с реальностью. Вот просто ничего не имеет с реальностью. Более того, это, наверное, для внутреннего потребителя, не как для внешнего. А по поводу Трампа он никогда не говорил о том, что он собирается там коренным образом менять систему. Он говорил о становлении ее первичных принципов. Да, да. Смотрите, вот по медиакратии, пример Майдана. Я бы хотел, чтобы мы немножко ушли от медиакратии этой, да. Вот Трамп победил. Все, да. Как он победил, там, режиссер, не режиссер, неважно. Он победил. И есть его программные заявления. И есть фактически проводимая сегодня политика. Давайте допустим, что Трампу удается усиливать свое влияние. Потому что, ну, это очень вероятно, кстати, потому что ну, есть люди, которые за него голосовали. Есть часть элиты, которая думает так же. И допустим, что ему удается значительную часть элиты вокруг этих идей, в общем-то, объединить и продавливать эту все-таки политику, да, чтобы США меньше имперщины вот этой вот, которая провальна местами совершенно, да, вот как он по Сирии высказывался очень хорошо. Да, что вы навели бардак в Сирии,
А потом, а и еще России не даете там порядок навести. Ну, он прежде всего говорит о разумной достаточности иностранного контингента. То есть он говорит, мы будем сохранять базы там, где мы понимаем, какие наши интересы, да, как мы будем реализовывать, и не будем сохранять базы, и не будем проводить вооруженные интервенции там, где мы не понимаем, зачем нам это нужно. То есть он прежде всего критиковал... За разумную имперскую политику. Да, то есть он просто говорил, то есть если нет интереса, зачем мы это делаем? Он поднимал вопрос по многим мероприятиям, которые проводили на международной арене, просто не понимаю, зачем цель, говорит, покажите нам. Это первое. Второе, по поводу того, насколько люди потеряют. То есть очень многие вкладывали деньги даже в конкурентов Трампа в самой республиканской партии. То есть люди деньги потеряли. Но здесь нужно говорить о том, что Трамп сам бизнесмен, и он умеет считать деньги. Поэтому он говорил о разумном их использовании. То есть он, как никто другой, знает, как зарабатывать деньги. Поэтому, когда я говорил системные элиты, это те элиты, которые уже не производящие. Это вот как ты... правильно подчеркнул, воздушные, цифровые и прочее. То есть он говорил о том, что необходимо трезво посмотреть на ситуацию и посмотреть, чего нам стоит содержание тех или иных программ, в том числе, и это касается, как мне кажется, будет касаться поддержки каких-то проектов Госдепом, там, ЦРУ в других странах, ну, подобные там фондам, СМИ и так далее. То есть их эффективность также падает. Более того... Сейчас можно замечание. Смотрите, дело в том, что сейчас, в принципе, в мире вышел на первый план именно спекулятивный капитал. В принципе, для них реальные траты – это что-то, ну, как бы, они с этой реальностью не считаются. То есть у них есть вот эти компьютеры, крестики, нолики, игра на бирже, то есть спекуляция финансовая. И, в принципе, они элита капиталистического мира, не только в США, но и в глобальном плане. Поэтому в этом отношении действительно тут, ну, как страна с таким огромным долгом, да, 19 триллиардов, может быть, мировым лидером. А может, вот в нашем системе может, да. То есть немножко вот как бы реальность материальная, она одна, а те, кто ведут эту политику и позволяют ее вести, оно немножко по-другому устроено. Да, и угроза, конечно, им вот этот изоляционизм, ну, в любом случае, если Трамп начнет что-то реализовывать, это разбалансирует систему и внутреннюю, американскую, ну, и внешнюю. И, конечно, как мне кажется, есть большая угроза того, что это все может схлопнуться, как бы немножко уже там пару баз закроют, и, ну, уже по-другому начнут там только Филиппины, да, президент Филиппин критически отзывался, а там где-то появится еще один, второй, третий, и дальше это вал, и, ну, кто-то даже сравнивал, что, возможно, будущего президента США, еще не знаю, кто это будет, да, что как с Горбачевым, ну, по внутренней ситуации в Соединенных Штатах Америки, по этому долгу огромному, по этим кризисным явлениям, что говорят, что, ну, перестройка ждет Штаты, да. Вот, мне кажется, если он слишком сильно вот как бы начнет маневрировать в этом отношении, то... Товарищи, Горбачев... Это американский Горбачев, слышал, что он сказал? Не-не-не, это, я думаю, вообще не туда. Горбачев и прошлое, и, ну, вся остальная гниль, которая устроила распад СССР, они просто хотели американских денег. А каких денег будет хотеть американская элита? Понимая, что более сильного... Нигде денег нет. Более сильного государства просто нет. Переустройство какое-то. То есть, я говорю, любые даже, ну, внутренние шаги по переустройству разбалансируют и внутреннюю ситуацию, и восприятие внешнее. Поэтому очень аккуратно. Действительно, Трамп, он, даже если он там идеалист в этом отношении и будет реально стараться реализовать свои программы, опираясь на поддержку там среднего, перейти класса... Перейти на умеренную имперскую политику. Да, то не лезть он везде, в коридоре, а залазить только туда, где это действительно... В коридоре определенном, потому что чуть-чуть пошатнется, скажем так, имидж Америки, как вот международный жандарм, международный полицейский, да, и уже начнутся какие-то движения. Так, ну, Россия себе позволяет что-то, Китай себе позволяет, да, там, Индия, а так что-то и, да, Европа, в конце концов, у них тоже сложные отношения с Европой. Ну, надо есть нюансы. Для меня Трамп – это победа здоровых сил американского общества и проявления. Которая там есть, да, как оказалось. Нет, я думаю, там однозначно есть. А для меня это игра на здоровых силах, да, американского и общества. И это победа реальной демократии. И... Ну, в реальную демократию сложно верить. Верю. Ну, смотрите, то есть вот у нас за долгий период времени была вот навязана такая ситуация, вот Америка, это вот там загнивающий Запад, ла-ла-ла-ла-ла. Это великая страна, которая освоила великий континент. Не, нам последние 25 лет навязывали вот вторую точку зрения, что вообще величайшая просто. Ну, это действительно великая страна. Нет, ну мы не признаем, критикуем, что она великая. А уничижение в стиле, что там одни дурачки, ну вот они там ла-ла-ла. Ну вот, знаете, это как в японской философии война. Да, так вот. Никто не говорит, что дурачки. Очень сложно. Умнейшие люди, которые смогли держать напряжение весь мир так долго. Если ты противника считаешь, ну, за какого-то земляного червя.
Поэтому в этом смысле единственная угроза для Трампа сегодня – это действительно нахождение вот какого-то языка общения с элитами, транснациональными, не только американскими, европейскими, китайскими. Да все с ним будут разговаривать. Ну, все с учетом того, что он хорош в бизнесе. И думаю, он станет системным политиком. А коли он станет системным политиком, то он будет проводить политику системы, а не то, что он там… Ну, в конце концов, кто выполняет свои предвыборные обещания? Тем не менее, для меня главная победа Трампа – это победа над медиа. Никто не выполняет свои предвыборные обещания. А Brexit, вспомните, вот там, помните один из лидеров, вот Борис Джонсон, да, мэр Лондона, как он там высказывался? Кстати, он такие пророссийские высказывания тогда себе позволял, когда был мэром Лондона. А когда он стал министром иностранных дел Великобритании, то уже там, ну даже то, что выпадает за рамки дипломатического этикета, себе позволил в отношении против России. Против Джонсона никто так не работал, Джонсон быстро слился. Трамп пошел до конца, поэтому… Ну, мы Трамп тоже круче. Разделились на позитивистов, да, и… Не, ну, конечно, если мы везде будем там говорить, что масонские ложи и все прочее, то тогда нет вообще предмета для науки. Не масонские ложи. Причем западнистское общество. Почитай Фурсова. Западнистское общество. Я тебе Фурсова статью принесу. Изборский тогда… клуб недавно издал журнал. Короче. Слушайте, не надо теорию заговора превращать в чушь какую-то сумасшедшую, знаешь. Речь о чем идет, да, что узкая группа лиц, владеющая крупнейшей собственностью, крупнейшими банками, договаривается между собой, чтобы отстаивать свои узкокорпоративные интересы. Ну, аллегорический консенсус на примере Украины, мы это видели. Ну, что тут такое? Да, мы же считаем, считали, да, что, и это было истинно, да, что там Ахметов, Коломойский, там Фирташ и там, ну, десяток людей определяли будущее страны. Почему в мировом масштабе или в США почему такого не может быть? Конечно, давайте это следующее продолжение просто… делать. Тогда и ДНР это нечто такое. Как… Конечно. И когда у нас будет Жигули, а будет… А ты что, не видишь, как так, у нас в ДНР появляются люди, которые вот… которого можно сказать, где ты был? Так, вопрос, зачем тогда вообще… А он в АТО был? А сейчас большой начальник в прокуратуре. Тогда… У него награды есть. Это про ЛНР. Про ЛНР. Стойте, да, товарищ. Про… Ну, то, что… Я не только. Есть и у нас такие персонажи. Я не буду уже говорить. Мы боремся с ними там подспудно. А да? Как это медийно. Можешь… Медийно мы не знаю, будем это все раскачивать. Но есть. Так, Паша, это бессмысленно. Все… Если есть режиссер, все договорились… Все любые результаты… Да нет, нет. Тогда вас… бессмысленно нет, в принципе. Нет. Нужно сесть, почему? Сложить… Ты считаешь себя актером? А кто твой режиссер? Подождите, я изначально… Вот изначально… в «Русскую весну» были люди без режиссера. Я поэтому получилось. Нет, у нас был режиссер один. Я изначально отрицаю режиссуру. Поэтому для меня ваше заявление по поводу режиссирования Трампа, режиссирования этого, режиссирования того, они для меня не имеют никакого смысла. Ну, мне кажется, ты слишком уж пошел просто в полемике, слишком далеко пошел. Да, что, ты, дальше, ты просто дальше, ты дальше утрировал, да, больше утрировал, чем Мирослав сказал. Мирослав меньше сказал, чем ты, ну, наверное. Я думаю, уже можно отойти. Да. Давайте дальше. Имеют решающую давайте дальше. Конкретно. Что обещал Трамп? Кто помнит? Социальная политика. Давай, ты, если помнишь, да? Помним, социальная, да, политика. Отказаться от Обама-Кея, вот этой политики Обамы по поддержке, скажем. Неинтересно дальше. Не, ну там не совсем он отказался. Во-первых, там эта политика возлагала на людей большие социальные затраты. Как это? Страховку. Страховка, да. То есть не все были довольны этой политикой. Он это говорит, уходим. И, ну, от поддержки малоимущих и стариков не отказываемся. То есть вот следующий момент. Значит, мигранты. Самое жесткое. Болючая, да? Вот самое, он как бы, если Клинтон с ними заигрывал и до сих пор заигрывает, да, с этим… Нет, почему? Там риторика была не совсем, да, не я за мигрантов, там, за он бесчисленное говорит, количество. Что? Клинтон говорила, я за регулирование… Там, гражданства. Да, я за регулирование этой темы, да, воссоединение семей, там, и приглашать их, но регулировать. А Трамп говорит, что у нас… А Трамп говорит, построить стену, да? Да, и говорит, у нас страна, где мигрант чувствует себя лучше, чем гражданин. Приоритет гражданину, а мигрант уже потом. Ну и плюс, все, кто не доказал, что нелегально, тут всех выслать обратно. Политический такой гражданский национализм. Ну это вот он к традиционалистам сыграли в этом отношении. Значит, и электорат оказался, да, что есть электорат. Это ВОСП, вот эти White Anglo-Saxon Protestant, вот это основа, видимо, да, была.
Вот. Ну и может какие-то другие группы, которые уже там укоренились. Может латиноамериканцы, которые там, ну, уже сотню лет, грубо говоря, они уже отождествляют себя как бы с политической нацией гражданской. Ну да, там штаты целые есть, испанские. Ну да. Испаноязычные даже. Не, ну, хотя, сложно, не в большинстве, но там испаноязычных там 30%. Там предлагал простые рецепты. То есть то, что у всех на слуху. Поддержка бизнеса. Самое важное, хорошо, самое важное. Внешней политики. Что обещал Трамп? Ну, мы уже это проговаривали насчет того, что какой-то небольшой такой изоляционизм, разумность, да, по Сирии он поддерживал, говорит, ну, если для нас кто больше враг, Асад или ИГИЛ? Да, да, Асад воюет с ИГИЛ, да, значит, мы кого должны поддерживать? Асада в данном случае, то есть, ну, логика, да. А мы воюем с собой. Да, то есть, он тут интересно говорил, но я же говорю, ну, возможно, это предвыборная риторика, и, как бы, реальная политика будет меняться, то есть. Ношение оружия, кстати. Ну, это тема это у них ну, чисто американская. Мы ее не поймем, да. Мы ее не поймем, потому что у нас другая немножко. Хотя, знаете, в Америке 60 миллионов стволов у людей на руках. Вот где русскую весну надо делать. Я просто говорю, что на самом деле мы можем сейчас это обсуждать, а все еще не случится, потому что, насколько я знаю, там муссируется активно тема, что Порошенко не признает выборы. Майдан организует, да? Да, и поэтому давайте рано радоваться, и Мустафа Наем, я думаю, не дремлет. Так, я готов им помочь организовать Калифорнийскую Техасскую республику. В принципе, мы уже эти вопросы обсуждали. Ну, это тоже так, больше шутки, да. Нет, я думаю, что Петр Алексеевич вполне... Но митинги уже были. В среду митинги уже были. Там и протесты, ну, небольшие, но как бы, да, были. Так что посмотрим, то есть ключевая позиция, это, конечно, Мустафа. По Украине главное, чтобы они затерли все свои комментарии в Фейсбуке. Кстати, вот Штайнмайер, он же чиновищем называл. Все отскринено. Да. Все отскринено, во-первых. Этот век интернета. Во-вторых, все отскриненное выложено в сеть еще тогда. Вот, поэтому вот им придется налаживать язык. Переобуваться. Да, с маргиналом, там, как они его еще называют. Маргинал, да, там. Переобуваться, да. Не, а сейчас, кстати, некоторые из них уже пишут, что там, что вы паритесь, ну, ему импичмент. Смотрите, там быстро темник пошел, у меня дома украинские каналы, причем вот так вот количество. Мы уже, я вот вчера 112 смотрел, прям подборка Трампа, что он говорил по Украине, подборка Трампа, где он вещи какие-то рассказывал, потому что там вот, ну, не то чтобы Россия друг, а вот я уважаю Путина за то, что он уважает меня, но, ну, в общем, то есть они поменялись. И понеслись и какие-то депутаты, которые начали рассказывать, что у Трампа будет 500 тысяч советников, которые все те же будут. Ну, то есть они уже потихонечку переобуваются. Отыгрывают, да. Ну, не, вот, ну и в этом есть как бы зерно какое-то, да, логическое, а то, о чем мы перед этим говорили. В общем, ждем признания от Петра Алексеевича легитимности этих выборов, то есть насколько они соответствовали. Да, ну все признают. Ну а смотрите, а может быть как такое, там вроде как, сударя, выборщики должны через какой-то срок провести выборы. Может ли быть, чтобы они выборщики... Более того, там же еще парламент должен это одобрить. Ага, то есть может заблокировать. Вот если, ну это вообще будет настолько режиссура высокая, если они еще в каком-то моменте переиграют. Третий тур? Хотя... Подожди, стоп. У них же технолог, который у Трампа Януковичу делал компанию. Опа, третий тур. Вот это надежда на это. Майнфул. Нет, там на ты как-то. В общем, куда приведет его? А сейчас мы его найдем, подождите. Сейчас у нас тут есть в материалах. Манафорт. Манафорт, да. Они же все говорили, куда Манафорт приведет? Янукович, он привел в Ростов, а куда приедет Трампа? Ну, подождите, Манафорт привел Януковича. В президенты. Да, в кресло президента. И Трампа, знаешь, хороший он, да? Технолог хороший. А в Ростов не он его привел. Ну, в Ростов да, он сам был, уехал, да. Хотя, может быть, Манафорт и говорил, не уезжай. Витя, подожди. Не надо. Не спеши. Еще год, да? Так, ну что, все? Да, хорошо, обсудили. Значит, мы тогда ждем гостя и прерываемся на коротенькую паузу. Уважаемые телезрители, мы снова в студии. Как мы обещали, у нас гость Алексей Михайлович Жигулин. Депутат Народного совета и человек, который изобрел методику, как она называется? Вот, фиксация, я боюсь просто ошибиться. Фиксация военных преступлений, да, в условиях вооруженного конфликта. Фиксация военных преступлений в условиях вооруженного конфликта. Ну, это если происходит обстрел, то по этой методике можно определить, откуда произошел выстрел, под каким градусом он летел, да, исходя из параметров вооружений
и так далее. Это все высчитывается. Выпущена соответствующая монография. Ты не взял с собой? Нет, монографию не брал. Но сегодня мы обсудим не относящийся к этому вопрос, но вопрос куда более важный. Это вопрос о признании непризнанной республики. И, Алексей, тебе слово. Спасибо. Ну, вопрос этот довольно широкий, и он касается, конечно же, тут надо говорить о терминологии, которая связана с вопросами современного мироустройства, современного миропорядка, потому что все современные ученые, главы стран, мы слышим неоднократно заявление о том, что модель мироустройства, которая существует сегодня, претерпевает настоящий кризис. И вот причина этого кризиса является то, что существующая модель мироустройства держится на тех нормах международного права, которые, ну, в какой-то части уже устарели. А ведь наш мир, он стал быстрее с развитием технологий, и происходит эволюция человечества. Поэтому вот те нормы международного права, базовые, которые были заложены после Второй мировой войны, они в кризисе. Они в кризисе, потому что они, да, они уже все-таки имеют устаревшее такое значение. Вот, ну, я приведу такой пример. Они не работают уже, нужно сказать. Да. Они да, не работают. Да, не нравится. Политика. Ялтинская система не работает сегодня. Политика двойных стандартов. И все это, конечно, мы очень наглядно наблюдаем в условиях вот того конфликта, который сейчас происходит на нашей земле. Ну, здесь первое, о чем следует говорить, ведь Донбасс реализовал свое право на самоопределение. И это право зафиксировано в статье 1 Устава Организации Объединенных Наций. Но в то же время, почему вот в юридическом смысле происходит война на нашей территории? Потому что Украина не признала это право на самоопределение, обвинила значительную часть населения Донбасса в сепаратизме и использует принцип, который заложен во второй статье Устава Организации Объединенных Наций, принцип защиты территориальной целостности. То есть тут диалектика, да? В двух первых статьях заложена вся диалектика всех переустройств государственных границ. Именно так, именно так. И как реализуется право на самоопределение? Реализуется путем проведения референдумов. И мы все знаем, что в 2014 году еще на нашей территории проходил референдум. Мы видели явку, мы являлись участником этого референдума. Видели такую глобальную явку, такой народный подъем, с которым люди шли на это голосование. Но надо отметить, что если вспомнить тот вопрос, который был задан в бюллетене для голосования, там говорилось о том, что надо было выбрать человеку, поддерживаете ли вы акт о провозглашении независимости. Государственной самостоятельности. Государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Но при этом, вот когда я общался с политологами в России, меня немножко поправили, потому что все-таки вот этот душевный посыл тогда был нацелен не столько на обретение абсолютной политической самостоятельности для нашей территории, сколько все же на воссоединение с другим субъектом международного права, Российской Федерации. И здесь был жив пример Крыма, где, можно сказать, практически без каких-либо военных, вооруженных действий крымская территория вошла в состав Российской Федерации. Алексей, там тоже, по-моему, сначала был вопрос, собственно говоря, о Республике Крым, самостоятельности Республики Крым. То есть, там 1-2 дня, но была вот эта фаза, скажем так, самостоятельной республики. Да, 2 дня они были независимы. Да. Просто наши люди, вот сейчас уже даже забывается вопрос, который был вынесен на референдум. Говорят о том, что мы же все-таки хотели в Россию. Но вот если так
Уже, ну, там были зеленые человечки, а тут не было зеленых человечек. У нас как бы свои зеленые человечки. У нас другие зеленые. Но мы, в принципе, понимали, как, скажем так, этап, то есть что это не противоречит одно другому. То есть как этап, просто мы не думали, что он настолько длительный окажется, да, и настолько другие формы. Никто не хотел, не желал вот этого вооруженного противостояния, столько жертв, это очень трагические, печальные события, и... Ну, знаете как, мы не можем знать, что будет в будущем. Мы с уверенностью всегда можем говорить о том, что есть, или то, что было в прошлом. А что будет в будущем, конечно, не знаем. Ну, а тогда это будущее... Хорошо. Из этого вытекает? Павел Юрьевич, из этого вытекает, что политика двойных стандартов приводит к кризису современного миропорядка. И какие-то страны путем реализации права на самоопределение обретают свою политическую самостоятельность, а там, где не признаются результаты такого референдума, как правило, возникают вот такие вооруженные конфликты, как на нашей территории. Ну, яркие примеры вот, двойных стандартов, то есть то, что Запад признал, да, Косово, да, хотя конечно, был вооруженный конфликт, да, Южный Судан, Эритрея, то есть то, что недавно государства обрели именно статус так, свой признан. Именно так. Но возникает вопрос, а что же делать тогда такому вновь образованному государству, как наша республика, которая находится в статусе непризнанности? Поскольку другие страны не признали нашу независимость, и на сегодняшний день Российская Федерация тоже не приняла нас к себе в объятия. Но есть частичное признание, то есть со стороны частично признанной Южной Осетии, получается. Да, ну, смотрите, тут в юридическом смысле надо понимать, что государства бывают непризнанные, признанные и частично признанные. Так вот, частично признанным государством оно становится тогда, когда осуществляется... и устанавливаются дипломатические отношения с другим субъектом, признанным международного права. Так вот, на сегодняшний день ни один субъект международного права признанный не признал независимость нашей республики. На самом деле, в современной модели мироустройства существует порядка 120 государств, которые имеют статус непризнанных или частично признанных. И вот если сопоставить такое количество с количеством признанных государств, то получится, что ну, практически уже, наверное, скоро сравняется, потому что признанных государств на земном шарике 193. Угу. А вот, таких, как мы, по сути, 120. И возникает вопрос, а что делать таким непризнанным территориям, что делать дальше? И здесь надо понимать, что должна быть некая стратегия, некая концепция. Надо к чему-то стремиться. И вот в таких рассуждениях можно утверждать, что иной цели, как добиться международного признания непризнанному государству, ну и ставить нет смысла, потому что иначе оно становится в таком замкнутом пространстве, не имеет возможности полноценной коммуникации с другими субъектами международного права. И, соответственно, во внешней политике такое государство должно стремиться исключительно к международному признанию. И если взять это за цель, то тогда можно выработать некие механизмы и понимать дорожную карту, а каким образом стремиться к международному признанию, потому что есть исторические прецеденты, есть даже вполне такой серьезный исторический прецедент, как и вот произошло с развалом Советского Союза, ведь республики, которые вышли из состава Советского Союза, они ведь тоже какое-то время находились в статусе непризнанности. И есть документы, например, заявление 12-91 года, когда были выработаны некоторые критерии, необходимые, ну, в том числе для Украины, которые необходимо выполнить для того, чтобы претендовать на международное признание. Поэтому вот это очень интересное рассуждение, и я полагаю, что нашей республике крайне важно иметь концепцию внешней политики, нацеленную исключительно на международное признание. Приведу пример. Приднестровская Молдавская Республика имеет такую концепцию, она формализована, она оформлена в виде указа главы этого государства, и там... как раз таки и зафиксирована эта мысль о том, что вся концепция внешней политики нацелена на дальнейшее международное признание Приднестровской Молдавской Республики. Потому что добиваясь этого признания, уже можно было бы тогда совершенно
легитимно в юридическом смысле обращаться к нашему соседу, старшему брату, к России с вопросом о том, чтобы войти в состав Российской Федерации. Вот это соответствовало бы всем нормам международного права, стандартам международного права. И, наверное, здесь для нас просматривается вот такая перспектива. Как реализуется такая концепция? Ну, представляется, что такую концепцию возможно реализовать через приближение, опять же, к тем стандартам и к тем постулатам, которые успешно принимаются в международном сообществе. Это те нормы, которые содержатся в фундаментальных международных правовых нормах, ну, например, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека. Ведь вряд ли кто-то будет оспаривать, что для развитого общества будет чуждо отсутствие механизмов для защиты права собственности. Либо кто-то будет утверждать, что у человека есть с рождения неотъемлемое право и на жизнь, и на здоровье, и на образование. Поэтому представляется, что вот во внешней политике наше государство должно стремиться к позиционированию развитого общества и не быть иным по отношению к другим государствам. В то же время государства с непризнанным статусом должны иметь и в свою внутреннюю концепцию в внутренней политике. А здесь можно было бы говорить о таком направлении. Такому государству необходимо выстраивать собственную правовую систему. Систему норм, которые должны исполняться в обществе. У нас, очевидно, строится так называемая романо-германская правовая система, которая существует и в Российской Федерации, и применяется в Украине. Эта правовая система предполагает наличие иерархии нормативно-правовых актов от самого высокого конституции к нижестоящим подзаконным нормативным. То есть, если есть выстраивание правовой системы для того, чтобы работала защита гражданских прав людей, населяющих непризнанную республику, правильно? Безусловно. Ну, институт соблюдения прав человека — это вообще, наверное, базовый институт, на который смотрит международное сообщество, на его качество при оценке существования такого непризнанного государства. Потому что, ну, знаете, я тут такой пример могу привести. Вот всем известная на слуху ИГИЛ. Ведь на территории там не шла речь о проведении референдума, о самоопределении. У них другая система правовая. Совершенно другая, которая в том числе отвергает понятные для нас нормы относительно соблюдения прав человека. Там, наверное, традиционное право больше характерно для исламских государств. Ну, послушайте, не может быть никакого традиционного права, когда в внесудебном порядке могут лишать людей свободы или жизни. И поэтому происходит отторжение, конечно, всем мировым сообществом. И здесь уместен уже термин о терроризме. Может быть, даже там государственного масштаба. Я хочу сказать, что для нашего государства, наверное, не может быть другого пути, как только лишь строительство собственной государственности. Вот соизмеримо с тем, о чем я говорю. Должна быть и концепция внешней политики, нацеленная на международное признание, и концепция внутренней политики, нацеленная на формирование качественной, эффективной правовой системы внутри нашего общества. Иначе мы... Без подвалов, избиений, беспредела, безусловно, здесь, коррупции. Здесь надо отметить, что и должна быть качественная судебная система, должна быть эффективная работа нашего парламента, иначе ничего не получится. Хотел бы отметить, что вот данный вопрос, концепция формирования концепции внутренней и внешней политики обсуждался еще даже в Верховном Совете, то есть в Совете нулевого состава, первые полгода существования Донецкой Народной Республики. Вот, ну, скажем так, как раз избрание нашего нынешнего созыва уже помешало реализации дальнейшей этой концепции, принятия в каком-то виде. И еще один такой немаловажный момент. Начавшийся Минский процесс, скажем так, он достаточно сильно
ну, внес дисбаланс. Да, то есть как? Потому что тут как раз принцип международного права, да, когда конфликт, скажем так, трактуется как внутренний, да, внутригосударственный. То есть, и на этом строится Минский процесс. Леша, мысли есть. Здесь... Вот я слушал когда-то. Расскажи об этом. Это конфликт международный? Или это конфликт внутренний? Двойственность есть определенная. Коллеги, давайте так. Здесь надо порассуждать тогда о составной части международного права, которая называется международное гуманитарное право. Дело в том, что существуют, опять же, правовые нормы, которые регламентируют взаимоотношения сторон в условиях вооруженного конфликта. И эти нормы тоже довольно устарели, потому что они источником этого права являются конвенции еще 49-го года. И они практически не изменились с 49-го года. Да, конечно, они фиксируют и запрет на оружие массового уничтожения, и регламентируют порядок обращения с военнопленными, с ранеными в условиях вооруженного конфликта, дают градацию и вводят терминологию комбатанты, некомбатанты, шпионы, наемники, участие журналистов, вот, их там, гарантии безопасности. Но для нас очень важно понимать, а как же квалифицируется наш конфликт в понимании этих норм. Потому что конфликты бывают, ну так упрощенно, бывают международного характера и конфликты не международного характера. Так вот, если мы заявляем о собственной субъектности нашей республики, стремящейся к международному признанию, и учитываем тот мотив, почему идет борьба. Ведь борьба на нашей территории, вот с нашей стороны, осуществляется за отстаивание тех результатов, которые принес нам референдум в 2014 году. То здесь, вот применительно к такому национально-освободительному нашему мотиву, можно говорить о том, что конфликт мог бы быть квалифицирован как конфликт международного характера. И нам это выгодно? Это путь к нашему признанию. Потому что сейчас в мире наш конфликт квалифицирован как конфликт не международного характера. В понимании есть такая организация, Международный комитет Красного Креста, который традиционно дает эту квалификацию в мире. И вот все международные организации, в том числе ООН, руководствуются вот такой оценкой Международного комитета Красного Креста. Так вот, такая оценка была дана в 2014 году Международным комитетом Красного Креста. После этого Международный комитет не давал никаких других пояснений по этому поводу. Но если юридически грамотно оценить признаки для квалификации конфликта, мы можем увидеть, что во всяком случае по вот субъективному отношению нашей стороны к происходящему, можно, опираясь на нормы международного гуманитарного права, говорить о том, что у нас конфликт международного характера. Национальный освободительный мотив необходимо оценивать. А что это, конечно, нужно делать, чтобы этот тренд он зазвучал на международном формате? Я полагаю, что для того, чтобы этот тренд зазвучал, ну, есть же и другие страны, они ведь тоже смотрят на нас и видят, что у нас происходит. Конечно, должна быть информационная политика, наверное, более развита у нас вот в части этих рассуждений. Ну и, конечно же, вот здесь уместно вернуться к вопросу о концепции внешней политики. Почему мы строим свое государство, к чему мы идем. И если мы фиксируем, что мы идем к международному признанию, то значит надо и вырабатывать шаги для того, чтобы добиваться этой цели. Здесь, конечно же, очень большое внешнее давление, потому что есть нормандский формат, есть Минск, Минские соглашения. Но если бы эти Минские соглашения исполнялись, то, наверное, можно было бы говорить о том, что да, это путь к тому, чтобы приостановить боевые действия, к тому, чтобы найти за столом все-таки точки соприкосновения. Но этого не происходит. Люди это видят, мы здесь живем и видим это. И вот уже больше 2 лет конфликт продолжается, Минские соглашения, которые в первую очередь направлены на всеобъемлющее прекращение боевых действий, даже в этой части не исполняются. И мы видим, как вследствие этого происходят трагические события, гибнут наши люди, и по сути каждый день эти обстрелы, и идет война. Поэтому если бы другие участники международного сообщества услышали нас, увидели
что здесь полноценно строится государственность, причем строится эффективно. И на принципах права всех международных документов. На, да, конечно, на всех фундаментальных международных документах, то в этом смысле у нас, наверное, шансы бы увеличились. Но кроме того, я думаю, что наша республика... То есть главе государства нашего Захарченко нужно положить на стол Декларацию о правах человека, и это его должен быть настольный такой документ, настольная книга. Правильно я понимаю? Ну, я не рассуждал о вот, моментах, каким образом. Понимаете, ну, положить на стол... Ну, что значит положить на стол? Нет, ну, положить на стол имеется в виду... Имеется в виду приверженность, да? Приверженность этому документу. Ну, в этом смысле да. Но не в части положить на стол, а в части того, что все наше общество должно тоже стремиться... И здесь оказывается вот такое внутреннее содействие к выстраиванию этой правовой системы. Ну, получается, сначала надо разработать концепцию эту, правильно? Как документ, принять ее, признать ее, правильно? Я думаю, что формализовать такую концепцию – это задача, конечно, наших руководителей нашего государства. Реализовать может, Народному совету этим надо заняться? Ну, хорошая идея. Ну, возможно. Да? Возможно, хотя внешняя политика всегда формируется, конечно, главой государства. Ну, главой это. Но наше общество... Ну, хотя визирует все равно же он документы, поэтому Павлович, мы могли бы принять, а он уже или завизировал бы, или отклонил. Ну, мне кажется, что вопрос не в визировании, не в принятии, а вопрос в понимании этого момента и стремлении к тому, чтобы реализовать здесь... Ну, минскому формату это будет противоречить? Ну, очевидно, что будет. Ну, очевидно, что это будет противоречить, конечно, минскому формату. Но если говорить о минском формате, по большому счету, ведь все, что здесь происходит, оно не соответствует. 80% это все не соответствует минскому формату. Фактическое построение государственности. Особенно вчерашние взрывы, которые звучали весь вечер, да, и полночи. Взрывы. Боевые действия не соответствуют минскому формату, сформированные органы власти не соответствуют. Поэтому мы можем принять концепцию внешней политики. Принять и стремиться. И стремиться. К ее надлежащему исполнению. Пусть она и не соответствует минским соглашениям. Но если другого выхода нет. Нет. Да. Если бы минские соглашения после их принятия мы видели динамику в их исполнении, но я не вижу, Украина, чтобы исполнился хотя бы один пункт Минских соглашений. По сути, сама вынуждает нас искать, скажем так, модель эффективной государственности, построение эффективной государственности, в том числе выработку концепции внутренней политики и как можно больше строить наши институты, скажем так, как можно расстраивать их государственные институты и устроить реальное государство. То есть то, что заявили на референдуме, то, к чему шли, и дальше укреплять его. Да? Ну, и... это риторика официальных наших лиц. То есть, мы, в принципе, не противоречим. Не противоречит. То, что происходит внутренняя политика, она не противоречит этому принципу. То есть надо что? Более системно, более стройно это делать, да? Задекларировать какие-то принципы. То есть вот так вот, да? Да, конечно. У нас на территории, это не секрет, у нас находятся международные наблюдатели, которые видят, как происходит строительство республики, и они должны, конечно, в своих отчетах отражать действительность. И если эта действительность будет совпадать с теми базовыми правовыми институтами, которые созданы и работают в мире, то мы можем претендовать на дальнейшее развитие событий вот в части международного признания. У нас, я думаю, что, понимаете, мы должны руководствоваться все-таки волей людей. Воля людей была объявлена на референдуме. И от нее не отступать. Нам нельзя отступать от того, что было провозглашено. И нам всем необходимо над этим работать более качественно, эффективно. Если сравнить, конечно, 2014 год, там, 2015 и вот то, что мы имеем сейчас, безусловно, есть тренд, есть развитие. Динамика. У нас, конечно, она очень большая. По сравнению с другими государствами, может быть, она, ну, можно назвать ее очень эффективной, потому что у нас созданы органы государственной власти, у нас есть министерство, у нас есть институт, у нас республика работает, у нас в каком-то виде уже есть судебная система, создаются там какие-то общественные институты. И вопрос лишь в том, насколько они будут качественно и эффективно работать дальше и в каком временном промежутке. Вот это наша цель, все-таки добиваться максимального качества в этой ситуации. Это путь к миру и путь к решению всех проблем, которые у нас сейчас возникают.
буквально перед тем, как ты пришел, мы обсуждали вот выборы в США, Трамп там и так далее. Как ты думаешь, как это повлияет и повлияет ли на наше признание или непризнание? Вот Трамп это хорошо или Трамп это плохо, твое мнение? Ну, я приверженец, наверное, все-таки тех мнений, которые звучат сейчас на нашей территории, и в основном это такие позитивные мнения. Потому что Трамп в своей предвыборной программе неоднократно подчеркивал налаживание отношений. Да, о том, что необходимо налаживать отношения, необходимо дружить с Россией, необходимо в какой-то части пересматривать модель мироустройства, ну, на партнерских отношениях, чего, по сути, что прослеживается четко в, ну, по сути, в каждодневной риторике президента Российской Федерации. Он говорит о том, что необходимо находить компромиссы, но исключительно на равноправных взаимоотношениях. А тогда да, тогда нет этих перекосов. Тогда возможно договориться. То есть тогда шанс возможно есть, найти да? в надлежащий... Да, да, шанс есть. Другой кандидат Клинтон, конечно, в более агрессивную риторику вела. И в своей предвыборной кампании говорила о том, что Америка должна продолжить вот этот вот путь экспансии и путь вооруженных экспансии конфликтов. Экспансии демократии, да. Да. Поэтому, ну, я оцениваю это как положительное событие, которое пройдет, конечно, определенная процедура еще. Выборщики должны свое слово сказать. Но это формальности. Должен Трамп вступить в свою должность официально. И, конечно, за этим последуют какие-то шаги. Наверное, встреча с президентом Российской Федерации произойдет. И, ну, тогда мы сможем уже более качественно говорить об этом. Ну, это все после Нового года. Да, но это январь. Это уже, наверное, будет происходить в январе. Сейчас в целом это положительно, конечно, оценивается. Ну, я думаю, обсудили очень плодотворно. Спасибо за мысли, Алексей. Спасибо. Мы тебя будем ждать еще и приглашать в эту студию. Да, да. Вот. Возвращаться и работать. И работать, самое немаловажное, да. Ну, а мы прощаемся с вами, уважаемые телезрители. С вами был Алексей Жигулин, Мирослав Руденко. И Павел Губарев. До новых встреч. До свидания. До свидания.